Привет, Ютуб. Пора. Ну, покушать не могу пообещать, но обещаю, что пожевать точно нам пора с тобой. Очень я люблю миньонов и все, что с ними связано. Все, что нахожу, я приобретаю с миньонами. Один одноглазый, другой двуглазый, но в кепке. Этот продукт нам купила Любовь Геннадьевна с тобой. Это она нашла где-то. Найди миньона внутри. Со вкусом банана, со вкусом фрути. Жвачка это, если кто до сих пор не догадался. Новинка, видишь, написано нам тут. Пишут, что это новинка. Здесь можешь что-нибудь разглядеть, поизучать. Так далее. Как всегда и на казахском. Сенбок Танжелай на русском. Как всегда. Давай попробуем. Давай с банана начнем. Я вообще банан люблю вкус. Сам вкус и банан люблю есть. Так же, как миньоны это любят делать. Я только открыл полиэтилен, а уже запах бомбический. Вот так это выглядит. Ну где же миньоны найти? Может вот здесь что-то? Кевин, вот это, наверное, миньон. Собери своего внутреннего миньона. Кевин слегка заносчивый руководитель спасательного отряда миньонов. Осваивает кунг-фу, чтобы овладеть и спасти Грю. Для этого он должен научиться расслабляться и плыть по течению. Такие дела. Давай две зажуем. Мы всегда в 90-е по две жевали, но это не из 90-х однозначно. Так, вот пудра такая, как обычно бывает. Это очень хорошо. Они не прилипают. Вот так выглядят жвачки сами. Всем, кто жует что-либо, приятного аппетита. Тут еще вот так закрывашка сделана, чтобы после вскрытия иметь возможность закрыть вот так. Деликатно. Ну, вкус не очень насыщенный. Почему-то горчит. С датами, я не знаю, здесь все нормально, я надеюсь. Она жестковатая, Universal. О. Я не понимаю, то ли в 90-х все вкуснее было, то ли оно из-за того, что недоступно было, все вкуснее казалось. Я вот хз. Цвет чуть-чуть желтоватый имеет. Не знаю, дирол вкуснее был обычный. Натуральный, православный, который стародельный. И уже наживался я. Не знаю, что-то не так все равно. Давай откроем фрути. Пахнет, ну-ка, чуть-чуть как 90-е пахнет. Какая-то была жвачка похожая. Цвет самих жвачек такой же, по-моему. По две, но они жестковатые почему-то. Очень твердая. Может, они древние. Ну вот этот варик, по-моему, слаще, слегка мягче. И где-то даже напоминает вкус 90-х. Ну что могу сказать, если ты любитель жвачек, я был любитель, но сейчас почему-то мне терпения не хватает их жевать. Почему, не знаю, кстати говоря. Раньше жевал их бесконечно. Вся быстро надоедает. И мхо, но они не такие вкусные, как были раньше. Не знаю, с чем связано. Либо с тем, что они дороже были и недоступнее. Либо с тем, что они реально вкуснее и качественно делались. Это же бубль-гум! Ну, пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, все близкие, здоровья всем. Мини-обзоры, как всегда, будут еще впилиться. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.